Всем доброго времени суток, приветствую на канале «История в монете». Мы уже рассматривали как-то отличные золотые и серебряные римские монетки. Было две такие видеоподборочки. В конце видео я ссылки на эти видео оставлю, кто не смотрел, может интересно будет посмотреть. Ну и остались у нас монетки из бронзы. Несмотря на то, что это не драгоценный металл, эти монеты, если они крупные, то есть сестерции или ассы, с визуальной эстетической точки зрения выглядят совсем не хуже, чем монеты из золота или серебра, и иногда даже и лучше, по той причине, что поле у этих монет большое, и резчикам было больше пространства для творчества. Поэтому в этом обзоре будут только крупные бронзовые номиналы разных ранних императоров. Всем приятного просмотра!